Мои дорогие подписчики и те, кто случайно нашел мое видео в Ютубе. В этом видео хочу разобрать с вами песню Виктора Цоя «Спокойная ночь». В этой песне есть небольшое вступление. Оно играется на трех аккордах. Давайте начнем со вступления. Для того, чтобы сыграть вступление, нам нужно поставить аккорд АМ.
так вот на аккорде АМ, АМ это вторая на первом, четвертая, третья на втором, вот так вот на аккорде АМ нам нужно будет вниз, ударами вниз по всем струнам сыграть раз, два, три. 8 раз. Я так посчитал, нужно будет сыграть 8 раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. После того, как мы сыграем 8 раз вниз по всем струнам аккорд АМ, нам нужно будет сыграть после этого, значит, сменить аккорд АМ на аккорд А7. Вот А7 мы получим таким образом, вот у нас был АМ, уберем из аккорда АМ третью, значит, третий палец, который зажимал третью струну на втором ладу. Указательный палец мы оставим, и второй палец на четвертой струне мы тоже оставим. Третий только убрали с третьей струны. И еще плюс к тому, что мы убрали третий с третьей струны, мы мизинец добавляем на первую струну на третий лад. Вот такой вот А7 нам нужно будет сыграть. Итак, на аккорде АМ мы сыграли 8 раз вниз. Потом мы перешли на аккорд А7. Сыграли его 3 раза. Раз, два, три. И опять вернулись на аккорд АМ. Раз, два, три, раз, два. И сыграли его 5 раз. Ну вот постараюсь именно так запомнить. Ставим аккорд G, точнее даже не G, а вот только его верхушку. Мы зажимаем шестую на третьем, пятую на втором. И играем опять вниз. Раз, два, три. Старайтесь играть здесь даже по верхним струнам. Итак, шестая на втором, пятая, точнее шестая на третьем, пятая на втором. И мы играем 3 раза вниз. Раз, два, три. После этого мы к этому аккорду, к этим двум вот пальцам, которые мы зажали шестую и пятую, мы добавляем еще третий палец на вторую струну, на третий лад. И здесь нам нужно будет сыграть раз, два, три, раз, два. Здесь мы сыграем 5 раз. Итак, давайте повторим. Зажали шестую на третьем, пятую на втором, сыграли 3 раза. Раз, два, три. Потом добавляем вторую на третьем, третьим пальцем, играем 5 раз. Раз, два, три, раз, два. После этого мы ставим аккорд ДМ и играем опять по нижним струнам, не по всем, а по нижним. Мы играем, так, поставили ДМ и играем опять вниз. Давайте еще разок повторим с самого начала. Дошли до аккорда ДМ, сыграли его 3 раза вниз. Раз, два, три. Раз, два, три. После этого нам нужно будет сыграть переход. Раз, два, три. Итак, мы сыграли аккорд ДМ вниз 3 раза. Раз, два, три. После этого мы от ДМ оставляем только второй палец на третий, а первый ставим на вторую на первый. Вот такой аккорд у нас из двух струн получается. Третий на втором, вторая на первом. Сыграли 1 удар вниз. Вниз. Вот на этом аккорде из двух струн. Потом убираем указательный палец, остается третий на втором, опять вниз. И потом опять первый палец возвращаем на место. На вторую струну, на первый лад. Еще разок давайте посмотрим это место. ДМ мы сыграли 3 раза. Раз, два, три. Потом убрали третий палец. Убрали первый, оставили второй. Первый палец поставили на вторую струну. И третий здесь на втором ударили вниз. Подняли первый палец. Второй оставили. Ударили вниз. Опять первый палец на свое место поставили на вторую струну, на первый лад. Ударили вниз. Итак, еще разок послушаем. Давайте еще сначала до конца его сыграем. Ну, естественно, у кого есть желание, не обязательно только вниз его все время играть. Можно по-разному его сыграть, можно даже щипком.
Итак, вот такое вступление. Дальше у нас начинается куплет. Крыши домов. Вот сам куплет мы будем играть ударами вниз-вверх, то есть четверкой. Будем просто чередовать удары вниз-вверх. Вниз-вверх, вниз-вверх. Итак, начнем. Первая строчка. Крыши домов дрожат, вся жизнь. То есть начали мы играть раз, два, сыграли два раза по четыре удара на аккорде АМ. Далее мы убираем третий палец с аккорда АМ, и у нас получается аккорд А7. Можно вот в аккорде А7 у нас самое главное, что должна быть открыта третья струна. Вот. А можно добавлять первую на третьем ладу, можно не добавлять вот мизинцем. Это тоже будет А7 и с мизинцем, и без мизинца. Итак, еще разок начинаем аккорд АМ. Крыши домов дрожат. Потом А7 от тяжести. Тоже два раза мы сыграли. Итак, мы сыграли два раза на аккорде АМ. Раз, два. На аккорде А7 два раза. Раз, два. Далее у нас идет аккорд G. Под тяжестью дерева. На аккорде G мы сыграем 4 раза. Раз, два, три, четыре. Дальше идет аккорд DM. Небесный пастух. На аккорде DM мы сыграем раз, два. Далее у нас идет аккорд DM7. На нем мы тоже сыграем два раза. Вот был DM, первый на первом, третий на втором, вторая на третьем. Чтобы сыграть DM7, мы только убираем вторую струну, отжимаем вот третий палец, убираем со второй струны. Получается аккорд DM7. Это первый на первом, третий на втором. Итак, еще разок. Небесный пастух. Итак, еще разок. DM мы здесь сыграли раз, два, потом DM7 раз, два. Небесный пастух. Далее у нас идет аккорд АМ. Пасет облака. То есть точно так же мы сыграли АМ два раза. Раз, два. И потом АМ7. Раз, два. Получается вторая на первом, четвертая на втором. И мизинцем мы зажимаем первую струну на третьем ладу. Итак, это была первая половинка куплета. Вторая половинка куплета играется абсолютно точно так же на тех же самых аккордах. Давайте еще разок полностью повторим всю первую половинку куплета. АМ. А7. Ж. Состоит из двух одинаковых половинок. Далее идет припев. А тем, кто ложится. Припев нам нужно будет сыграть с аккорда F. Это баре на первом ладу. Далее третья струна на втором ладу и пятая, четвертая на третьем. Здесь мы сыграем раз, два. А тем, кто ложится. Далее идет аккорд EM. Спать. Тоже два раза. Аккорд раз. Потом АМ. Раз. АМ7. Раз, два. Повторяем припев. F, F, EM, EM. АМ, АМ, АМ7, АМ7, АМ7. Идем дальше. Опять аккорд F, это припев. А. Один раз C. Один раз EM. Один раз АМ. Точнее, два раза АМ.
что припев тоже состоит из двух одинаковых половинок. Итак, еще разок, первая половина припева. К тем, кто ложится спать, спокойного сна. Спокойная ночь. И вторая половина припева играется точно так же.